Всем привет. Продолжаем наше замечательное брождение по игре под названием FIFA 20. Так, музыки здесь нету, да, как я понимаю? Ну ничего. Возможно, так и положено. О, музыка появилась. Кстати, хороша музыка, хороша, да, хороша. Ну окей, я принял это, можно мне это не показывать. Да что у тебя? Прокурор-то, а принять. Все, я принял. Так, что у нас тут есть? Что у нас здесь есть, да? Так. 10 опыта, 5 монет. Красота. 260 монет. Путь к финалу. Переход к фут. Жесть. Ultimate Team. Сыграйте, забирайте команду и сыграйте против других игроков Foot Division Rivals. Что еще здесь есть? Играть. Волта. Ultimate Team. О, резистенция. А как-то можно переименовать? Я еще пока что насколько этот... Насколько я нубас, конечно же. Так, вот избранная задача. Фут. Что-то тут такое все вообще интересное. Списки лидеров. Цена клуба 4300. Замечательно. А, это друзья у меня, да? Ну, отлично. Друзей-то у меня миллиард. Поэтому как бы вот так вот. Давайте что-то интерфуд посмотрим, что здесь вообще есть. Поэтому что, почему бы нет. Ежедневно проверять новые задания, за выполнение которых можно получить награды. Получайте сезонный опыт, открывайте уникальные награды. Ну давайте посмотрим, что здесь за задание. Ежедневное задание, сыграйте 2 матча, выиграйте 1 матч, купите игрока. Бабу. Офигеть, конечно. Финал и пути к финалу. Форма камуфляж, пас на ход, тайна кубка, победы с трофеями. Ну, черт его знает, давайте, что ли, не знаю. Не знаю даже, что здесь делать. Squad Battles. Это типа этот, это что-то, да? Одиночный драфт, допуски фуд драфт. Ноль фуд драфтов. Смотрим, так, выберите игроков, сорвите куш. Фуд драфт, войти за 15 тысяч монет или за 300 FIFA Points. Да, у меня ни того нету. Прикольно, конечно, прикольно. А чего, допустим? Нет, не переходить. Так, что еще можно посмотреть здесь? Мои составы, трансферы. Ничего у меня нет. Магазин дизайны. Мой клуб, игроки. Так, все, понял. Давайте играть. Прогресс отборочных матчей. Старайте отборочный матч, попадите в дивизион, подходящий вам по уровню сложности. Ну, давайте посмотрим. Играйте еженедельно, выбирайте награды, становитесь чемпионом. Давайте сыграем, что ли. Может принять участие, хотите продолжить, внести изменения или вернуться. Далее, все, давайте сыграем. У меня самый офигительный состав фуд-драфта. Идет загрузка. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Division Rivals, ну-ну. Все, я выиграл. Если... Я готов. Создание сеанса. Давайте. Поиск соперника. Отлично. Идет загрузка. Я понимаю, что у меня команда дурацкая. Ну, ты же меня выиграешь. Ну, что такое соединение разорвано? Почему соединение разорвано? Ты же видишь, я этот... О, у меня, кстати, есть Нобли. Кто такой Нобли? Нобли — это ЦПшник. О, офигенно. Была дурацкая сыгранность, стала отличная. Вот, англичанин. Вот сюда его. Вот этого, вот сюда. Вот так вот. Шикарно, мы создаем себе сыгранность. У меня есть ППшник какой-нибудь хороший. ЛПшник есть непонятный. Допустим, да чтоб тебя. А, вот как делается. Так, ясно, это вот так вот переключается, все понял, не дурак. Опорник у меня есть цапник, блин, жесть, конечно, жесть. Ну, в том плане, команда у меня жесть, конечно, жесткая, я бы сказал, максимально жесткая команда. Золотых больше нету, да, зашибись, рейтинг 67, клуб. А, ну да, я же могу этих добавлять. То есть вот этого. Ага, вот этого.
Так, допустим, Десаи. Нет, Десаи не буду. А вот Джо Линтона, в принципе, можно поставить на ФРВ. Потому что он вроде как золотой даже. Потом у меня есть немножко золотых, да? Из них один Реал. Ориги есть у меня, но у меня стоит, если не ошибаюсь. Итак, сойдет. Хотя не сойдет, потому что он давал сыгранность. Сейчас я, походу, буду все равно биться с этими... с ботами, поэтому... Так, мне нужен ППшник. ППшник мне нужен. Нормальный ППшник. ПФА есть. Чем ПФА не ПП? Да ничем ПФА не ПП. Так, ЦЗ, ЦЗ, ЦЗ и ПЗ. Чего у меня здесь по ЦЗ? Ничего. Ни одни ФРВ и ЦОПники, и ЦП. При этом у меня вот эти вообще ничего ни с кем не сыграны, поэтому бог с ним. Все. Отличная команда, я считаю. У вас нет рейтинга, сыграйте отборочный прогресс квалификации, у вас нет рейтинга. Давайте сыграем. Я хочу. Давайте, давайте, давайте. Ага. Окей, окей. Ну, сыграем Бриблс, может, нет? Я готов. Я готов, давайте. Если сейчас будет опять соединение с соперником. О. Все, я готов. Офигеть. Офигеть. Одни голдовые. У него Александра есть. Ну ладно, сейчас меня раскатает и бог с ним. Ну давай уже. Всем привет, сегодня мы смотрим футбол на Mercedes-Benz. Все. Стадионе, добро пожаловать. Работать для вас сегодня, как и всегда, будет основной комментаторский состав. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим первый матч в рамках распределения мест в Division Rivals. Отличный футбол ждет нас сегодня. Спасибо, Георгий. Матч у нас обещает быть захватывающим. Начинаются игры за распределение мест. И за распределение мест. Это у меня распределение мест, как бы, а у него нету распределения мест. На грани офсайда балансировал, но не удержался. Вне игры фиксировал. У меня офсайд. Замечательно. Вот в таком составе играют хозяева. Главный тренер выпустил сразу двух форвардов. Атакующий полузащитник будет снабжать их острыми передачами. Замечательно. Посмотрим, как будут играть гости. С такой расстановкой что нам сулит игра, Константин? Как всегда, позиционный футбол, возможно, высокий прессинг. Возможно, высокий прессинг. Действительно, возможно. Уверен, что Паулу Дибала может играть под любым прессингом, со стороны медиа в том числе, но как думаешь, как он проявит так себя сегодня? Ну что, будем ломать чужих. Игрок может в одиночку будем ломать. И просто никого не заметит. Алехандро Гомес. Алехандро Гомес, это вот у нас... Неудачно распорядился игрок мячом. Алехандро Гомес, это, если не ошибаюсь, тот самый, которого любит один из фиферов в Токио. Нужно выходить вперед, бей! Алехандро Гомес! Ну, не умею за вратаря играть, я еще... Да чтоб тебя! Привычка дурацкая нажимать на старт. Продолжить. Допустим. Сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Этот игрок. Ну а что, у меня бронзовый вратарь, что я хотел. У него еще и этот. У него еще и. Как его? Ну скажите мне, я скажу. Информ. И как он дальше мячом распорядится? Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. Кого я срубил? Кого я срубил? Я кого-то срубил там? Ну ладно, допустим. Сегодня у нас второй случай. Да, только началась эта встреча, и судья сразу обозначил допустимый уровень фолов. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо играет. Дибала. Удар, и мяч попадает в обороняющегося игрока. Ух ты, это еще и этот. И прямо в центр штрафной мяч летит. Нельзя мяч давать обрабатывать, может быть опасно.
Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Игра остановлена штрафной. Ну что ж такое? Зачем было игру останавливать? Я же как его? Дибала, великолепный пас исполнен. Ну это офсайд. Офсайд. Забивать можно! В офсайде игрок, по мнению судьи, ничего себе! Отличный чистый отбор. Отдает он передачу. Отдает он мяч партнеру. Ну, грузи в штрафную. Идет атака. Какого черта он остановился на меня? Вот серьезно. Трис Мертенс. Дрис. Отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Срубил нахрен. Ну и игра, это очень красная. Погба ушел. Не стал тут арбитр церемониться, не показал красную карточку. Очень подводит игрок свою команду. Да, уж и без того сегодня непросто. И в счете они уступают. Так теперь еще и в меньшинстве предстоит играть. Дуглас Коста, забивать надо. Гол, забивает еще один мяч. И теперь в два мяча ведут. И в такой ситуации очень сложно будет выбраться сами. Бронзовым составом очень сложно играть на самом деле. Еще и без Погбы. Ладно, мне еще надо научиться играть вообще. Не, ну как бы я знаю, что, допустим, как некоторые моменты делаются, да, там, допустим. Такие вещи, там, не знаю, как пас дать. То есть, и то. Опасно тут может получиться. Ну, возможно, в следующей атаке им повезет больше. То есть, как бы, кучу разных всяких этих. Глен Мари. Отлично. Джоэ Линтон. Здорово сейчас может контратака пройти. Ну, окей, потерян, допустим. Мяч. И теперь уже стоит задуматься. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Опасно может быть. Хорошо на Мертенса передача пошла. Это момент. Хороший вратарь. Да, вряд ли ошибусь, если скажу, что судьба матча решена. Не ошибешься, я с красной карточкой играю. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Марк Нобл. Как вот у него это получается? И мяч переходит к другой команде. Получает мяч на ходу. Очень острый момент. Трис Мертенс забивает. Я не буду рычь крикать. Ничего, пускай забивает. Пока на поле только одна команда, счет на табло это очень точно отражает. Пускай забивает. Человеку нравится забивать. Мне нравится учиться. Да чтоб тебя. Куанко, отличный пас прошел. Очень здорово он открылся и получает эту передачу. Перекину. Я зачем-то вышел из ворот. Прекрасная игра. Очередной гол, преимущество становится просто неприличным. Что я делаю? Я же сейчас отобрал вообще уже. Хороший пас получился. Играют они в пас. Забивать нужно. Ну давай же. 6. Еще один. Это будет очень крупное поражение. Продолжают забивать и забивать. Дибала, великолепный пас исполнен. Опасно тут будет. Спасает вратарь, но мяч атакующей стороны. Вне игры фиксирует боковой. Я отбил. Я к этому шел. Я к этому долго шел. Ну что, Георгий, статистика не врет. Мне кажется, что нет ответа. Статистика не врет. Защиты. Как остановить нападение соперника? Столько моментов, столько забитых мячей мы уже увидели, а это еще не конец матча. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборон. К основному времени арбитр решил. Что случилось? 2 минуты. Нарушение и штрафной удар. Тащит он мяч вперед сейчас. И решился он на удар издали. Ну, я мастер. Первый удар. Совсем мимо ворот. Чуть поточнее, и такой удар был бы крайне опасным для вратаря. Первый удар. 6-1. Черт.
Дайте срубить кого-нибудь. Вот это да! Думаю, что никто не ожидал. 6 голов, 12 ударов, 10 створ. Я больше владел мячом зато. Ой, жесть. О, боже мой. Давайте, я готов. Конечно же. Еще и возобновление матча ждать. О. Второй тайм начался, и по итогам первого преимущество громадное, но в футболе всякое. Естественно. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Здорово сейчас может контратака пройти. Может пройти, а может и не пройти. Контратаки только мяч потеряли. Глен Мари. Марк Ноубл. Все спокойно, мяч прямо к вратарю. Ну, мне можно просто бить постоянно, и когда-нибудь мне повезет. В фланге есть свободное место. Коста. Ай да пас Дугласа Косты. Угловой. Допустим. В центр штрафной, мяч с углового летит. Перехвачен мяч. Не удалось тут опасный момент создать. Зато удалось у меня. Здорово он с мячом идет. И удар должен последовать. Александро. Не, ну как бы. Луис Альберто. Надеюсь, что я тебя там сломал, честно. Потерян мяч и захлебнулась на этом контратака. Марк Нобл. Глен Мари. Отличный прием. Так держать. Отличный прием. Долго возились с мячом, соперник уже успел. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Момент. Чего? Офсайд? Нет, офсайд. А, у меня желтая. Это норма что вообще. Марк Нобл. Отлично. Не забыл то нарушение, после которого он позволил продолжить. Это отложенный фол. Ничего страшного. Ему, кстати, было непросто принять решение за доли секунды. Арбитры тоже могут показывать свой высочайший класс вот в таких моментах. Так. Хороший пас во фланг. Можно подавать тут. Немного точности на весу не хватило. Немного не точности? Совсем немного. Зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Окей. Из-за боковой будут мяч в игру вводить они. Флаги машут. Кому машут? Зачем машут? Две трети матча сыграно. Последний. Меня ушатали. Ничего? Нормально? Ну, допустим. Очень уверен, он идет вперед с мячом. Да чё? Можно ударить. Мяч, ударить вратаря. Здесь по эпизоду не предвидится. И что дальше тут будет? Да ничего не будет. Мяч улетел куда-то в сторону. Отлично. Мяч, мяч ушел в аут. Он еще и у меня остался. О, ему тоже горчичник дали. Все. Дрис Мертенс. Да, надо было красным. Надо было красным. Джоэлинтон. Мяч уходит в аут. Можно подавать сейчас. Да чтоб тебя, я ж не тебе. Классно он мяч перехватил. Отличную игру прочитал сейчас. Классный перехватчик мячей. Очень вовремя мяч перехвачен. Опасно тут могло получиться. Отлично он играет на перехвате, очень хорошо играет. Мы замечательно оба играем на перехватах, на самом деле. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Снова он отбирает мяч. Да, он настоящая головная боль для соперника сегодня. Хороший оборонительный. Не, кстати, этот играет сейчас как раз на... Опасно может быть. Хорошо на Мертенса передача пошла. И это момент! Я чуть-чуть выше его двинул. В неравных составах можно было не рассчитывать на равную. Просто... Предсказуемо, как раз не хватило игрока, чтобы закрыть зону и подстраховать. Давай я еще сзади сейчас сверну. Отдает он передачу. И разрезающий пас на ход. Удар. Давай, офсайд. Чего, я продолжить матч. Че ты хочешь? Я не нажимал на старт.
Ну давай уже, давай. Зачем так долго тянуть? Ну. Что ж так долго-то? Классно он сегодня играл, но почему-то тренер его меняет. Потому что у него желтая. Вот почему он его меняет. Он хочет меня сейчас ушатать. Глен Мари. Очередная точная передача в его исполнении. Он сегодня хорош. Какой прекрасный пример отбора мяча. Я надеюсь, я его убил. Вторую нет? Желтую тут может судья, да. Второе. Е-е-е. Два горсишника. В девятером играем. Ладно. Ну а две это уже красное и удаление подвел свою команду. Пас на ход партнеру. Так. Можно провести контратаку. Может он идти дальше. Очень острый момент. И мяч залетает. Раскопал он меня, к сожалению. Что и следовало ожидать. Я бы это назвал грамотный розыгрыш лишнего. Да, после удаления команда, конечно, перестроилась, но устоять под напором превосходящих сил соперника все-таки не смогла. Солидное преимущество отыграть его по такому матчу. Да нельзя отыграть, я не планирую отыгрывать, я учиться и учусь играть. Как ожидалось, особых проблем. Рука, реф. Не испытали. Да, очень комфортная, я бы даже сказал, уютная игра. Реф, рука была. Уверен, они в атаку идут. 4-2. Уильямс. Засейвил, засейвил. Замечательный вратарь. Очень-очень здорово сейчас проявил себя вратарь. Не получился тут угловой. Всегда бы так себя проявлял. Теряют они мяч. А это уже на удачу, как я понимаю. Прилетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Болельщики довольны, послушайте, как шумит стадион. Матч близится к концу, а их команда побеждает. Самое время попеть гимны. Мне вратаря убили. Мне второй раз убили. А, красную. Нет? Эх, жаль. Алехандро Гомес получил желтую. Ну да, не самый худший. Без мяча остаются они. И тут может что-то получиться. Справляется голкипер с этим ударом. Достаточно сложным, кстати. А до этого эпизода играл, прямо скажем, не очень здорово. Ну и скоро узнаем, что это. Случайность или все-таки перелом в игре? Перелом в игре? С 8-0 вы стремитесь, что ли? Есть кому в атаке помочь. Нет, не дошел этот пас. Рука, что ли? Не игры, фиксирует боковой. Не игры. Какой хороший боковой. Все-то он фиксирует. Основное время истекает через одну минуту. Через одну минуту. Ну окей. Не, ну матч хороший. Всего две минуты осталось провести командам на... Матч очень хороший. Сколько очень творческий. Здорово сейчас может контратака пройти. И в разрез. Шикарно. Срубай нахрен. И может получает передачу Дибала. Ну че, зачем? Ворота зачем? Все-таки попадает. Зачем ворота в мяч попадают? Пол не засчитан. Не игры. Ой, боже мой. Это, наверное, лучшая игра столетия и тысячелетия. Великолепно. Все получалось на поле. Давай, ладно. Шикарно. Шикарно. Я пропустил 8 голов, получил 2 красные карточки. Так, у меня даже кто-то что-то какую-то какие-то оценку получали. Офигеть. Офигеть. Ой, блин. Ладно. Монеты 260, то есть я даже мог проиграть и получить 260 монет. Замечательно. Ладно, ну вот на этом такое все. Спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я еще буду учиться в эту замечательную игру. Как видите, мне еще надо 5 раз отыграться, отобраться в дивизион с моей бронзовой командой. Я это смогу, разумеется, смогу. А почему бы и не смочь? Ну на этом все. Всем спасибо. Заходите еще. Следующее видео с горами. И всем пока.